walking down the road. A road that brings a hope to some, to find the ray of light and a magic purpose. Don't look down, don't look down. Just when you think that it's all over, just when you stop to see the sun, hey, he will reach from the darkness for your hope. That's how it's all begun. Когда-то давно я написал сказку. Называлась она «Савва, сердце воина». Я посвятил ее своему еще тогда маленькому сыну. Сейчас он уже большой. Я посвятил ее всем вот
таким маленьким, но очень сильным людям, воинам, чтобы у них всегда был дух, который есть у воина, у самурая, чтобы он никогда его не тратил ни на что, и чтобы он всегда был с тобой.